my enemy. Mon chéri, s'il vous plaît. C'est la vie. Всем хай! С вами Евгений Великий! Эй, хватит тут кататься, вы мешаете мне приветствие записывать! И ужасные манеры у этих танков. Сегодня мы научим их манерам. Да, мы с вами играем в War Thunder очередной раз. У нас уже эта традиция раз в год играть в эту игру. А почему ты еще не играешь в War Thunder? Быстро качай по ссылке в описании, я жду. Ты очень обязан скачать прямо сейчас, играть со мной вместе. Пытаться меня задоминировать, что у тебя не получится никоим образом. Потому что я про! И мы это уже столько раз доказывали, и сегодня докажем снова. И еще я обещал, что научу врагов хорошим манерам. А если кто в мире и шарит за хорошие манеры, так это французы. Наша катка сейчас будет за французскую армию. Вон только посмотрите на этих ребят, как они общаются. О, месье, простите, но я съел ваш круассан. Вы, надеюсь, не сердитесь на меня? Нет, ну что вы, все в порядке. У меня есть свой еще один. Я даже хотел поделиться с вами. Серьезно? Нет, я пошутил, пошел ты на. Или вот эти ребята. Пьер, расскажи, чем это от тебя так пахнет? Такой парфюм. Все очень просто, я на перде. Как вы видите, соблюдать хорошие манеры можно даже и в военное время. Поэтому в бой. Битва начинается. А вместе с этим начинается и мое пробуксовывание. Что это за грязная дорога? Я застрял в грязи. Вон там мои друзья бодаются, а я потихонечку набираю скорость. Но скорость это трудно назвать. А, вот, погодите, горка. Горка вниз, а значит я ускоряюсь. Какие цветы. Ой, хотел порадоваться цветочком, как тут же взорвался. Не потерплю. А, кого я обманываю? Я потерплю. Пойдемте терпеть. Ба! Танк сбросился! За ним другой! Это массовое самоубийство! Какой-то у меня не вездеходный танк, а вездесущий. Смотрите, смотрите, смотрите. Вижу, вижу, вижу. О, погибственность. Я попал ему прямо в харю. Мой товарищ, правда, сдох. Но он пожертвовал собой ради меня. Ради меня стоит жертвовать, поверьте. Мне. Так. Может быть мне... А, аккуратнее. А может быть и нет. У меня была мысль покончить с собой. У меня была мысль скинуться вниз и оттуда внезапно напасть. Но я потом подумал, что я не смогу подняться наверх. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас мы аккуратненько выглянем. Посмотрим, как там дела на той стороне. Воу! Очень кровожадно все. Я поеду дальше. Бонжур. А, ты труп? О, я въехал в задницу своему другу. Прости. Или не прости, я не знаю, ты встал так. Так, поэтому так и получилось. Вот по чесноку, я обожаю французскую выпечку. Круассаны это мое все. Убью за круассан. Ну, реально убью. Убивал. Много убивал людей за круассан. Поэтому я в первую очередь ищу это. Это моя цель. Смотрите, как я, видите, как радар на карте. А, миссия выполнена. Ну что ж, наглядный пример того, как, сохраняя позитивный настрой и вежливое отношение к своему... Простите. Как будет враг по-французски? Enemy. К своему enemy. Пока искал перевод, забыл, что я хотел сказать. Какую-нибудь глупость, конечно же. Как гласит пословица одна известная, где одна победа, там и вторая. Три друга на природе, на шашлыках. Ну же, Пьер, как долго ты будешь искать подходящее место? Сколько потребуется, Оливер? Все хорошие места разбирают, но мы найдем лучшее. А пока просто наслаждаемся природой. Оу, пуля прилетела. Оу, аккуратнее. Во, смотрите, 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 что... Я могу сейчас... Аккуратненько высунуться. Мы начинаем побеждать! Мы начинаем побеждать! Не прекращайте побеждать! Тихо-тихо, где-то только был вражеский враг. My enemy. Надо бы попробовать сделать выстрел. А ты что, так и будешь держать свои стволы вверх? А-а-а, наши головы мешают, да? Нет, не мешают. Нет, мешают! Прекрасно, блин. Можно было бы сделать стволы короче. Ладно, все, Евгений, не злись. Проверяем нашу боевую мощь. Ох, я даже не видел снаряда. Это здание просто разрушилось от одного моего просто взора. А эти прочнее амбары. Ё-моё, как неловко. Ничего не осталось от этого дома. Пара досок. О боже мой. Ладно, давайте поедем отсюда, пока жильцы не пришли. Согласен, Пьер, ну его нахрен. Вот хорошее место для шашлыков. А, нет, уже занято. Черт. Приятного вам шашлыка. А вон наш враг. Оп. Ах, почти попал. Давай, давай, давай. Критические повреждения! Подох! Я сбил самолет снизу впервые! Какой грузовик ублюдский. Зачем делать такие слабые машины, которые даже в горку сраную не может въехать? Возможно, у нас противосамолетная техника. Ну, конечно. Ух, там бомбежка. Ух!
Тихо. Есть! Попадание! Продолжай стрелять в эту сволочь! Я убил! Не, ладно, я помог в убийстве, но большую часть урона я нанес. Еще немного усилий, победа в наших руках! Мне тут предвещают победу. Я очень на это рассчитываю. Так, это враг, это свой. Враг! Вижу! Прямо по курсу! Тихо. Так ему! Тихо! Перезаряжай, ублюдок! Ублюдок! Нет! Он убил нас всех! Какая маленькая пулька полетела! И прямо вот попала кому-то из нас! Ой, нет! Задницу моим друзьям просто рассверлила. У меня есть еще что пустить в бой. Давайте впервые почитаем про технику немножко. Так, значит, экипаж, скорость. Эй, стой! А что не дали поиграть? Ублюдки. Ну, миссия выполнена, мы опять победили. Слушайте, я никогда не играл за французов, а надо было с самого начала. Видите, как все хорошо получается. Думаю, тогда стоит и попробовать французскую авиацию. Сколько у нас сэмбиков? Раз, два. Все ублюдские. Давайте что-нибудь еще побольше, помощнее. В резерве у нас истребитель есть. Взяли. Давайте попробуем что-нибудь себе купить. Исследовать, конвертировать. Все, да, покупаем. Я вообще понятия не имею, что я нажимаю. И зачем? Бой! Так, вот что-то уже летается, уже начинается все. Воу, ок! Аккуратней. Резко вниз. Как это называется, этот трюк? Бочка, штопор. Самоубийство это называется. Аккуратней. Фух, стоп, на хвосте, тварь. Твари не должно быть на хвосте. Мы поэтому немножечко его делаем вот такой трюк, потом вот такой. Вау, и немножко вправо. Вправо ты будешь или как? Или сегодня хочешь смерти? Видимо... Кто любил? Вот этот желтенький игрушечный самолет? Матерное слово есть? Ну-ка. Мерд. Идемте разберемся с этим мердом. Со всеми мердами. Хорошо, попадание. Давай, продолжай. Все, он подох. Мерда! Видите, какой у нас познавательный канал? Мы учим новые слова. Французский теперь. Изучаем. Mon chéri, s'il vous plaît. Сейчас мы сделаем пару s'il vous plaît. Противник близится к победе. Он близится к победе? Ну, давайте помешаем ему в этом. Хватит близиться к победе. Оружие заклинило. Ну, с таким оружием не могу отдалять победу от противника. Хорош! Просто отымел в воздухе. Салави. Кто-нибудь так пилотирует самолет в реальности, интересно? Ай! Что-то больно. Дырки в моей заднице. В моей попе. Стоп. Я потерял сознание. Очнись, ублюдыш. Вот такие вот трюки умеем делать. Вон мой враг. Давайте попробуем его снова подубасить. Оружие заклинило. Черт! Так, а чем он меня стреляет? Сзади? Он задом в меня стреляет. Как? Тихо. Главное не заклинить. Заклинило. Я же сказал, главное не заклинить. Почему не слушаешь меня? Нам очень важно... Оп. Не потерять высоту. Говорят, от этого можно сдохнуть. Он специально ведет бой внизу. Крыса. Скроемся в тумане. Блин, туман скрылся во мне. Самолет сбит! А я как-то участвовал в этом? Возможно, да. Скорее всего, раз мне это сказали. Ой, блин, пилот потерял сознание. С чего? В меня просто пули полетели. Он что, от страха потерял сознание? Как будет слабак? Фебль. Ну, смотрите, что творит, а. Помирает. Мой позорный фебле. Фебле! Ладно, с французами насчет не очень задалось. Давайте попробуем Британию. Флот британский. Порвем всех на британский флаг. Вот они, два друга. Смотрят туда-сюда в свои бинокли. Это что, 4 шотгана? Это 4 шотгана, спаянные вместе. Можно было так и 5 сделать, мне кажется, и 6. Еще пару револьверов, это будет такое супер оружие. Надо сражаться, я думаю. Блин, экипаж выведен из строя. I cannot believe it. Бой. Тонем сразу, сходу? Я ж только начал. Внимание, воздух. Где? Почему меня предупреждают о воздухе? Он повсюду здесь. Вот здесь точка. Начинаем ее контролировать. Ох, блин, я ее контролирую. Я захватываю, Евгений захватывает сам. Пожалуйста. Есть, я захватил. Едет говнолодочка тут. Пытается жить. А зря. Осторожней. Вот ты, ублюдок. Вот. Попадай, Евгений, попадай. Спасибо. Кому? Кто мне говорит спасибо и за что, главное? Я убил? Не знаю.
Вроде нет. Тихо, тихо, тихо. Так, погибло. Кажется, Евгений сейчас порешает все. Надо поднажать, враг побеждает. Нет, скорей. Иду, иду к точке А. Вот так вот вроде очень медленно плывем, но вот так вот скорость просто неимоверная. Поэтому вот все зависит от перспективы. Какая перспектива у меня огрести вон там на точке А? Достаточно большая. Ой, как плохо. Видите, у нас шкала синяя совсем по минимуму. Ой, по минимуму. Но я уже здесь. Евгений сейчас превосходство продемонстрирует. Все свои машины потерял команда противника. Смотрите, как стремительно они всасывают. Всасывают всю воду. И Евгений захватывает. Ха-ха-ха, есть. Слушайте, Евгений прокачался. Видите, как я... Вообще, что я делаю? Даже сам не знаю, что я делаю, что я выигрываю. Ах, чувствую себя просто великолепно. В танках задоминировал, на флоте задоминировал. Единственное, что за авиацию немножко как-то стыдно. Стыдно, так что вся радость как-то уходит. Радость уходит и сменяется на какую-то, знаете, внутреннюю злобу на весь гребаный мир. Так что... Так что ж, вы сейчас... Как будет бой по-немецки? Бекемпфен! Русич морозен! Очень холодно здесь, а я просто в ветровке. Аккуратнее, надо здесь с перегрузкой быть очень аккуратными. Лих бин фулон дес лах бутух, зе бин айнц фулоген дес их! О, что происходит? Что происходит? Уничтожено! Крылья с дырками у меня! Так всегда было? Враг начинает побеждать! Хватит начинать, враг! Что ты начинаешь-то? Ай! Зачем ты начал? Нет! Оторвался хвост. Где? Хвост был. Продолжает быть хвост, смотрите. И как бы у меня хвост, как у ящерицы, оторвался, и хрен с ним вырастет новый. Давайте попробуем напоследок за Россию поиграть. Деревню родную защищать. Видите, смотрите, увиливает. Как он пытается выжить. Смотрите, а почему он теряет сознание? Не понимаю. Я бы уже давно потерял. Я сейчас потеряю сознание, чисто просто наблюдая за этим. Сейчас мы присоединимся к нашим товарищам. Критическое повреждение ублюдышу. Тихо, тихо, тихо. Есть! Есть! Еще одного сбил! В прямом столкновении! Вообще не увиливая ничего, я убил! Вот это я молодец! Но мы что-то проиграем все равно. Но я не проигрываю, это самое важное. Вон, вон, вон. Приближаемся к этому. Дымится, сволочь. Подохла! А! Я разбился об него. Черт, как обидно. А, еще один самолет у меня есть. Я выиграл, я выиграл. Все враги далеко. У меня есть время немножко подышать перед смертью. Их смертью, разумеется. Значит, входим в штопор. Выходим из штопора. Делаем влево, вправо. Бленхейм летит. Не ожидает. Ничего не подозревает. Что на полной скорости к нему летит его смерть. Тихо, тихо, тихо. Он сзади пытается отстреляться. Ну, говно какое. Ну, вы будете попадать сегодня или как, сэр? Все в дерьме! Просто все стекло в дерьме. Такого еще не было. Сейчас он умрет. Оу. И я тоже. Я убил его! Это самое важное для меня. Давайте немножко ускоримся. Может быть, огонь потухнет. Блин, нет. Ладно, у меня еще есть нижние крылышки. Нижние крылышки. Чуть-чуть. Аккуратненько на пузико. Надо приземлиться на пузико. Сможешь? Если сможешь, кивни. Нет, он кивает отрицательно. Ладно, давайте посмотрим, кто победит. Внес ли я свой вклад в победу или нет? Вот, например, ты. Ты побеждаешь или ты падаешь? Понятно. Вся на тебя надежда, дружище. Пожалуйста, нет. Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Вот, выруливай, молодец. Фух, я болею за тебя. Мы потерпели поражение. Этого я не слышал. Просто не слышал, отрицаю, не признаю. Я думаю, что Евгений очень неплохо в этот раз поиграл. Видите, какой прогресс у меня? Ну, согласитесь, да? Вот чувствуете, что вот прям все изменилось внезапно. В лучшую сторону. Все потому, что я уже столько играл в эту игру, что скилл, он просто неизбежно повышается. Даже при том, что я играю раз в год. Это как с вождением. Вы можете не водить машину вовсе, но у вас права и стаж идет. Хотите, чтобы у вас так было? Качайте War Thunder по моей ссылке в описании. И у вас будет просто скилл через год другой, просто вот как у меня. Но если хотите больше, играйте каждый день. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то поставьте кучу лайков, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я продолжал дальше играть в War Thunder, выпускал вот такие вот ролики, коих у меня уже много набралось. Даже есть сквозной сюжет. Это целый сериал, который достоин Netflix'а. Заходите, посмотрите вот в плейлисте все мои видосы по War Thunder. Это прикольно, прикольная история получается. И всегда очень весело. Надеюсь, что вам тоже нравится. Ну а с вами был Юджин, и всем 5!